Меня заебали этим видосом, причем очень давно, и заебали уже сегодня. Так что просто смотрим какие-то охуенные механизмы Майнкрафта. Но... Прикольно. Так же сделаю, когда вернусь в Майнкрафт. Но в него я не вернусь на стриме, так что... Нихуя себе! Собирает пшено. Привет, True Delusion. Бля, прикольно. Но это, наверное, какие-то моды еще, да, дополнительные. Потому что без модов, наверное, сам... это же не сделаешь механикой самого Майнкрафта. Это куча модов, наверное, установленных сверху, которые улучшают систему вот, Майнкрафта, вот всего внутри. Это один мод. Но в любом случае, это мод. Да. Мод всего один, понятно. Блять, ну прикольно. Ебать. И автобурилка. Жесть. Привет, Грант. Да-да, не вернешься, конечно. Одно слово зрителей, и ты будешь делать все, что они скажут. Только благодаря им ты и живешь. Так, как живешь. Побольше уважения. Ебать, ты охуел. Привет, Адвенсиай. Сорян, бро, не знаю, как твой никнейм прочитать правильно. Бля, ну... Выглядит, конечно, пиздецово сложно все. Прям жесть. По факту сказал, сейчас да вы ёбуетесь, чат. Капец, чел ради видоса запарился. Ну, может, ему самому нравилось все это делать, а видос уже как бы плюс видос делать, да. Как бы приятное с полезным. Не, ну круто, круто, ничего не скажешь. Прям охуенно. Бля, вот это прям вообще заебись сделано. Типа труба, которая крутится, с которой мы едем. А, это автор мода. Видос — это реклама мода. Бля, круто, кстати, молодец подошел к этому. Как давно ты знаком с Бэткомедианом? Слышал твой голос в обзорах, круто в скетчах озвучиваешь. Не знаю, мы с ним знакомы лет... Бля, 9, может быть. 8. А вот и тортик. Слушайте, ну, блин. Вообще, если воспринимать это как рекламу мода, от человека, который сделал мод, он подошел супер круто к своей задаче. Прям хорошо так.
Хорошо. Что касательно самого видоса, есть моменты, где прям охуенные механизмы, ну не скажу, что прям вообще я прям дико впечатлен, прям что пиздец-пиздец, но я так понимаю, здесь цель-то не то, чтобы видос какой-то прям сделать, чтобы вау-вау, а больше показать функциональность происходящего и там, пиздец, который можно сделать с помощью мода. Поэтому я думаю, с этой задачей он справился более чем. Ну и при этом, конечно, были очень многие крутые моменты там с рядом механизмов. В общем, клево, чё, клево, клёвый мод вроде как. Ну, если судить по видосу. Еба, 9 миллионов с хуем загрузок. Хорош, хорош.